На полях Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром. В целях укрепления сотрудничества в сфере политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в деле противодействия международному терроризму и наркоторговле, стороны обсудили необходимость принятия совместного плана дорожной карты двустороннего сотрудничества с учреждением профильных комитетов по вышеупомянутым направлениям. Министр выразил признательность главе МИД Афганистана и в его лице правительству Афганистана за принимаемые афганской стороной меры по улучшению положения афганских кыргызов большого и малого Памира и выразил надежду на оказание дальнейшего содействия кабинету министров по доставке им гуманитарной помощи. Министр иностранных дел Афганистана в свою очередь подчеркнул, что Афганистан стремится к миру, стабильности и укреплению региональной безопасности. Казакбаев обратился в Афганистан стороне с просьбой поддержать кандидатуру Кыргызстана в Совет ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, а также в непостоянные члены СБ ООН на период 2027-2028 годов. В заключение встречи стороны обменялись взаимными приглашениями посетить с официальными визитами Бишкек и Кабул.